слово. Работать по-фронтовому, по-гвардейски. Я принимаю участие в данной акции, потому что я хотел бы поблагодарить тех людей, которые трудились в тылу на благо победы. Мы, как люди, профессионалы, рабочие люди, мы их прекрасно понимаем. Понимаем, насколько тяжело им было. Несравнимо, но понимаем, насколько это тяжело работать на износ. Мы помним, мы гордимся. Спасибо вам за ваш героизм. Вечная слава героям!